I'm standing on the finish line of the Los Angeles International Stair Climbing Competition. People will be coming up those stairs and crossing this finish line. The youngest, 70 years old. That's right, ladies and gentlemen. $1 million to the final contestant. Что делаете? Руку дайте! Это все из-за вас. Из-за меня? Я вас спасти хотел. Спасать. Толя, мы тебя сократили. Да ты что, расстроился, что ли? Подожди, Ин, возьми хотя бы кольцо на память. Я тебя в психушку сдам. Посмотри, я тебя сейчас ударю. Марафон Лос-Анджелес. Призовой фонд $1 000 000. Только вот тренера нету. Скажите, вы ненормальная? Что вам от меня нужно? Марафон в Лос-Анджелесе, в Америке. Кто первый добежит до крыши небоскреба, внимание, получит $1 000 000. Как деньги делить будем? Пополам. Я засекаю время, умножаю на общее количество этажей. Сравниваю это время с временем чемпиона. Я сейчас тренирую одну бабку на марафон. $1 000 000. Папа, если не выиграете... Да ты эту бабку не видела. Зверь! А что это написано? Что это написано, говорю? Пока есть цель, жизнь продолжается. Господи, понапишешь, а русскому человеку мается. Толик, возьми обратно! Я не возьму, это американцы, вот с такими сиськами! На себе не показывай. Ну чего, Анатолий, тренируй. Куда рука, куда нога, куда плыть, Толя? Here comes the countdown. Five. Ну слушай, Толик, может, бог с этой Америка, а? Four. Русские не сдаются. Three, two, one. Сейчас мне сам бабло все оставишь и счастливым отвалишь отсюда, баклан немытый. Слышь ты, не фраер, на халяву разводить бакланов будешь. Вы откуда, мама?